Всем привет, ребят, с вами Карина, и продолжаем играть в Sims 4 Stranger Ville. Ну что, у нас с вами сейчас ночь, и первое, что хочу вам сказать, это то, что, скорее всего, завтра, 8 марта, у нас с вами пройдет стрим, пока что не знаю, во сколько и будет ли он точно, но завтра я вам уже точно все сообщу. Вот, так что обязательно следите за нашим групповым чатиком, вот, я там обязательно все вам напишу. Ну что, давайте мы с вами, наверное, сейчас займем чуть потише, то что-то как-то очень громко, по-моему. Так вот, давайте сделаем, что-то давно как будто бы не играла, хотя вроде бы только вчера записывала серию, ну да ладно. В общем, мы с вами снова стремимся к повышению, у нас с вами осталось 3 рабочих дня, сегодня, завтра и послезавтра. Будем надеяться, что как-нибудь хотя бы немножечко продвинемся к повышению, вот. Ну, в принципе, я думаю, что мы, скорее всего, не успеем, вот. Ну, ладненько, ладненько. Посмотрим, как у нас с вами произойдет все это дело. Нам с вами осталось собрать немножечко доказательств, да, по-моему, там, да, 6 доказательств. И мы с вами соберем тайное досье Stranger Ville. Так что я думаю, что мы сегодня, в принципе, все этим и займемся. Почему бы и нет? Ну да, в принципе, повышение мы можем получить достаточно скоро, только если мы навык повысим. Вот, ну окей, будем знать. Пойдем сейчас мы с тобой позанимаемся своими обычными делами. И, наверное, сразу отправимся куда-нибудь, в лабораторию, например. А, мы-то, наверное, уже не сможем, да, искать эти доказательства, или можно? Типа, они там обновляются. Я просто не знаю, что этого как-то не задумывалась. Ну, ладно, если что, мы с вами можем купить жучки. Вот. О, мы с вами же так и не послушивали никого. Точняк, что-то я совсем про это забыла. Что-то совсем из головы вылетело. Окей. Нужно будет тогда сейчас позаниматься. Хорошо, давай. Что это было? Почему он не может сходить в туалет? В чем проблема? Там же вроде бы все нормально у него. Не знаю, как-то очень странно это на самом деле. Вот, если что, мы купим замену сна. У нас, в принципе, есть достаточно баллов счастья для покупки замены сна. Так что вот. Кстати, ребята, хотела вам сказать то, что я скачала себе Sims 3. Не знаю почему, сидела, по-моему, вчера или позавчера, думала, почему мне не скачать Sims 3? Решила все-таки скачать, так что, возможно, у нас с вами скоро будет летсплей. Пока что не обещаю, но возможно. Если вы хотите его видеть, то обязательно сообщите мне, чтобы я знала, что у вас есть какое-то желание посмотреть такой летсплей. Вот, но я пока что думаю, пока что нужно посмотреть, ничего ли там не лагает, найти подходящие настройки, короче, сами все понимаете. Вот. Так что такие вот новости у меня для вас хорошие. Завтра у нас праздник. Вот. Такой у нас будет праздничный стрим. Я думаю, то, что да, в принципе, будет просто... Не могу сказать во сколько, потому что мне нужно будет, к сожалению, уехать утром. Вот. Так что как-то так, ребят. Ну ладно. Надеюсь, все будет нормально. Капец, мы снимаем только 3 минуты. Я думала, я уже минут 7 там болтаю. А на самом деле нет. Ну окей. Давайте мы сейчас с вами будем прослушивать всех, собирать доказательства. У нас с вами уже имеется 4 медальки. Интересно, как остальные выглядят. Обычный, 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 обычный. Интересно, бывают типа еще редкие какие-то или как? Не знаю, все возможно. Может быть, мы тебя зафоткаем, дружище? Ты такой сосредоточенный прям вообще. Ну-ка, повернись к нам. Джеймс, давай к нам. Ты не хочешь нам повернуться, нет? Пожалуйста. Нет. По-моему, он не хочет нам поворачиваться, ну да ладно. Как-нибудь вот так вот мы тебя можем зафоткать, в принципе. Так, окей, хорошо. Хорошо. Так, давай. Отлично. Так, одного мы там прослушали, но это секрет, никто не должен знать. Джеймс получает простая запись. Это же тоже улики, да, у нас? Симолеоны? В смысле, стоп. Простая запись, ну. Это разве не данное досье? Ну, в смысле, это не улика? Что за бред? Странно. Вот, теперь это доказательство. Не поняла. Как-то странно. Простая запись. Это именно засекреченная запись. А в чем прикол? Честно, я что-то не особо поняла. Ладно. Ладно. Так, давайте мы с вами, наверное, сейчас купим замену сна. Позанимаемся сегодня именно этим.
Ну, это как-то непонятно, что-то я правда не поняла. Наверное, сегодня еще в библиотеку сейчас сходим, у нас будет такое ночное приключение, если можно так это назвать. Вот, посмотрим, что у нас там. Подождите, надо жучками закупиться, вот. Купить жучки. Вот так вот еще купим себе все. Отлично, теперь мы можем отправляться в библиотеку. Что-то я на самом деле не поняла с этими записями, как-то странно. Ну ладно, так, мы, короче, можем кого-то там на Симолеона, я так понимаю, развести из-за этой записи. Окей, посмотрим. Хорошо. Так, ну что, пойдем мы с тобой что-нибудь поищем. Изучать архив Стрэнджер Вилля. Пойдем. Изучаем. Один раз мы с тобой уже поизучали, нам, к сожалению, не повезло. Надеюсь, повезет сейчас. О, это... Нет, это не он. Блин, жалко. Ну ладно. Я думала, это наш друг Хервин, если его так зовут. О, отлично. Инфракрасная микропленка. Окей, здравствуй, друг. Здравствуй, друг. Так, нам осталось еще два доказательства. Мы же можем с тобой, да? Отлично. Хорошо. Давай. Подбросим мужичок. Ну, подожди, друг. Друг. Ты куда идешь? Нет, по-моему, это бесполезно. По-моему, тебя кинули. Ага, сюда еще кто-то идет. Говорить про Stranger Will. Давай. Мы можем тебе подкинуть жучок? Да. Хорошо. Только у военных и ученых. Вот. Я вам говорила то, что мы хотим до 5 уровня карьеры ученого дойти. Вот. И как-то там попробовать этот магнитный ключ получить. Короче, посмотрим. Ты с ним поболтал? Нет? Давай, подбросить жучок. Лавка древностей. Хорошо. Подбрасываем. И отправляемся домой, я думаю, в принципе, да? Хорошо. Посмотрим уже дома, что они нам там скажут. Вот, нам бы на самом деле еще нужно было бы покушать. Ну ладно, покушаем мы, наверное, уже утром. Перед тем, как будем отправляться на работу. Вот. Так, пойдем. Пойдем. Открыть, взять порцию и смотреть телевизор. Давай. Хорошо. Кушаем, смотрим телевизор. Окей. Поедим сразу, я думаю, лучше. Вот, потом мы с тобой сходим в туалет, прослушаем еще раз всех этих друзей, так сказать. Вот. Так, все, убирай это все. И давай быстренько, нет, к вам жучки, а прослушиваем их. Давай, я бы хотела еще потом найти эту девушку, про которую нам там сказали, то, что мы можем там шантажировать ее на Симолеон. И кто там у нас? Вера Баранкина. И ты ее вообще знаешь-то? Да, вот она. Молодая. Окей. Хорошо. Посмотрим потом, чем могу сказать. Как мы ее будем шантажировать? Окей. Такс. И еще раз. Последний раз. Засекреченная запись. Окей. Так. А нам теперь еще нужно как-то попробовать начать повышать навык фитнеса. Это обязательно. Все, у нас есть 15 доказательств. Нам нужно составить это тайное досье. Давай. Как составить тайное досье? Составить тайное досье. Окей. Все, мы с вами составили. Так, я хотела кому-нибудь отправить счастливое сообщение, например, нашей Синди. Так, тайное досье. Замечательно. Хорошо. И начнем заниматься длительной пробежкой. Вот оно, наше тайное досье. Мы можем его куда-нибудь положить, чтобы как-нибудь красиво сфоткать? То как бы вот так вот. Просто какая-то странная фотка на самом деле. Ну ладно. Я бы на самом деле поставила бы такой на превьюшку, если бы это было как-то, я не знаю. Если бы оно на чем-то лежало. Его даже нельзя никуда положить. Ой. Не-не-не. Продавать мы с вами ни в коем случае не будем. Окей. Мы с вами сейчас пытаемся повысить уже навык фитнеса побыстрее. Я думаю, что, в принципе, до завтра мы сможем это сделать. Сколько у нас там уже процентов? Отлично, 43%. Сейчас хотя бы процентов до 60, я думаю, мы успеем дойти. А, так у нас сегодня праздник урожая. О, так мы сегодня можем не идти на работу. Вообще замечательно. Давай-ка мы, наверное, с тобой примем душ. Позвоним нашей Синди, потому что мы что-то давненько с ней уже не болтали. Вот. И потом опять-таки будем бегать, повышать навык свой. Почему бы и нет? Вот. Такие вот дела.
какие у меня планы. И тогда завтра мы, в принципе, уже получим повышение. Так это вообще просто замечательно, ребят. Это просто суперски. Мне такая идея нравится. Так, хорошо. Что было? А, у нас праздник урожая же, точняк. Забыла я уже об этом. Так, все, давай. Идем заниматься опять-таки нашим фитнесом. Так, ну сколько у нас там уже 100%? 65. Отлично. Ну, в принципе, быстренько развиваемся. Пока что мне это очень сильно радует. То, что все так быстро. Эх, с каждым навыком так, с каждым уровнем, точнее, навыка, было бы вообще прекрасно. Просто прекрасно. Ну, ладненько. Отлично. Сейчас, в принципе, уже повысим его. Это будет очень хорошо. Нужно будет что-нибудь приготовить поесть. Потому что еды у нас больше, по-моему, не было. Ну, там что-то было, но уже хочется что-нибудь новенькое, наверное, поесть. Да, мы с тобой примем душ. Отлично, все. И завтра мы с тобой получим повышение. Отлично. То есть, в принципе, в следующей серии мы с вами уже узнаем, как нам запустить магнитный ключ другим способом. Так, мы с тобой сегодня, наверное, покушаем БЛТ. Ну, почему бы и нет. Что-нибудь новенькое попробуем. Вот. А мы же, в принципе, можем сейчас пойти на работу, да? Да, слушай, мы же можем пойти сейчас на работу. Я, кстати, не знаю, получим повышение или нет. Не, наверное, мы не получим повышение. А, нет. Подожди, серьезно? Нет, мы не получили. Ну да, типа, потому что мы проработали как бы не полный день, но было и понятно. Но все равно хотя бы денежек получили. И как бы время промотали. Нормально, нам все равно заниматься пока что нечем. Я не хочу сейчас приглашать Синди. Я хочу, наверное, когда завтра буду записывать серию, если я ее буду записывать, то мы завтра, наверное, устроим что-то типа 8 марта. Мы какой-нибудь подарочек ей купим. Что-нибудь типа такого, я думаю. Вот, я бы на самом деле что-нибудь купила домой. Что-нибудь нормальное, возможно, бы вообще расширила наш дом. Или купила бы какую-нибудь, не знаю, нормальную плиту. Что-нибудь типа такого, потому что мне уже не нравится этот наш дом. Вот. Нужно, чтобы все было очень комфортно, красиво, современно. Если так можно сказать. Давай мы с тобой еще раз приготовим БЛТ. Давай. Отлично. Давай приготовим, потом, наверное, позвонишь своей Синди, любимой. Вот. Я думаю, что уже в завтрашней серии, в принципе, наш персонаж будет предлагать ей встречаться. Почему бы и нет, собственно говоря. Так, там выбросил, нет? По-моему, выбросил, нет? Да вроде выбросил, окей. Так вот, мы, правда, очень сильно хотим спать. Ну да ладно, не суть. Нам еще нужно будет поспать уже. Капец, сегодня такая быстрая серия. Все так перематываем. Кошмар. Не могу избавиться от этой привычки, просто не перематывать. Мне хочется, чтобы все скорее прошло. Не знаю, почему у меня так, просто у меня как-то вот так вот. Окей, давайте мы ложимся с вами спать. Надеемся, то, что мы выспимся. Ну, мы, в принципе, наверное, и выспимся. Мы легли спать достаточно рано. Нет. Нет. Нам нужно будет получить повышение. Это обязательно. Мне теперь будет очень интересно, как же мы с вами запросим этот магнитный ключ. Может быть, у кого-то... И как-нибудь через компьютер. Наверное, с вами есть теперь компьютер. А, да, вот, запросить магнитный ключ. Вообще замечательно, супер. Значит, просыпаемся. И сегодня мы с вами получаем, точнее, запрашиваем магнитный ключ. Я надеюсь, что его сразу же там привезут, или как это сказать, как бы, там, доставят нам, отправят там на почту. Я не знаю, куда они его могут отправить просто. Вот. Надеюсь, то, что это не займет там несколько дней. Нет, мы, в принципе, когда с вами запрашивали магнитный ключ в тот раз, точнее, не запрашивали, что мы там делали, покупали его в этой лавке древности, если... Я уже забыла, что мы на самом деле делали, то это, по-моему, было достаточно быстро. Вот прям реально быстро. Там буквально, наверное, час прошел. Вот, да, мы, конечно, справляемся. Что у нас? Вечер в городе? Нет, спасибо. Вечер в городе нам не нужен. Можно еще, пожалуйста, сообщение поотправлять? Я хочу, чтобы он нас пообщался. Синди и Джеймс теперь хорошие друзья. Я вас поздравляю. Все, дружище, наверное, давай напиши свое последнее. А, поболтаем, может быть, Синди. Наверное, спит, она сейчас тебя наорет. Да, она на тебя наорала. Красава. Ну, кто звонит вообще в 6 утра людям? Вот кто звонит? Только Джеймс. Джеймс красава просто. У нас с вами осень, и я вспомнила то, что нам бы на самом деле нужно было у нас серьезно.
Капец, что у вас здесь с погодой? Просто жарко. Жесть. Нам нужно купить зонтики. Вот что я хотела. Да, нам нужно купить зонтики. Отлично, мы с вами получаем повышение. Награды глаз алмаз. Мы теперь офицер запаса. Круто. Давайте посмотрим, какую нам там медальку с вами дали. И сейчас будем уже запрашивать наш ключик. Вот наша медалька. Прикольная. Мне нравится. Обычная. Почему необычная? Где необычная? Храброе сердце. Вот это ты даешь, дружище. Мне интересно все-таки с этим магнитным ключом, поэтому давай быстрее уже делай свои дела. Я хочу узнать, что там с этим магнитным ключом. Блин, меня эти гномы на самом деле очень сильно раздражают. Они меня бесят просто. Они постоянно появляются просто везде, занимают место. Вот. Просто бесит, мне это не нравится. Хорошо. Давай, купайся. Нет, наверное, мы с тобой потом выбросим испорченную еду. Я хочу сначала поесть. Поесть, посмотреть телевизор. Ну и потом уже выбросим испорченную еду. И нам еще нужно заказать этот ключ. Магнитный ключ. Изобразите магнитный ключ. Я думаю, там что-то напишут подробно. Ну да ладно. Сами разберемся. Фестиваль специй? Нет. Мы, к сожалению, туда не отправимся. Я туда отправилась, наверное, с Синди, но нет. Запросить магнитный ключ. Давай. Хорошо. Нифига себе, как ты так ловко управился сейчас с ноутбуком. Я хочу тебя зафоткать. Как-нибудь вот так вот. Что-то так тыкаешь, как... Нифига себе, ты как... Что с тобой? Ты какой-то, не знаю, хакер? Прикольно, окей. Давай. Я так понимаю, что это какая достаточно долгая такая операция, хотя вроде нет. Сейчас уже все. Такс. И что нам сейчас скажут? Заявление на выдачу магнитного ключа получено. Мы свяжемся с вами через несколько дней, когда заявление будет обработано. Ну, как я и сказала. Все-таки через несколько дней. Печально. Очень печально, потому что я ждала, что как-то сегодня нам это уже там пришлют. А в итоге нет. Ну, это обидно. Это прям вообще трагедия. Ага. Запрос на одобрение, на получение магнитного ключа одобрен. Он будет доставлен через 1-2 дня. Спасибо, но все равно долго. Я хотела сразу прям. Не хочется ждать. Прям вообще. Ладненько. Ничего не поделаешь. Мы же все-таки не перемотаем, как бы сейчас 1-2 дня, сами понимаете. Че, пьешь водичку, друг? Смотри телевизор, пей водичку. Телек, посмотри, пожалуйста. А с водой нельзя телек посмотреть, да? Что за бред? Ладненько, давай мы с тобой, наверное, отправимся спать. И мы, в принципе, с вами будем заканчивать на этом данную серию. Спасибо вам всем огромное за просмотр. Зато не забудьте проверять чатик, чтобы узнать, что там насчет стрима, и вообще проверять канал, если вообще в нашем чатике. Ну а с вами была Карина. Можете писать на мой канал, ставить комментарии, поставить лайк. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.